Сейчас мы просмотрели сюжет, который рассказывал нам об акции здоровья, которая проходит в эти дни в столице. Вместе с тем повышается квалификация работников, и с этой целью были проведены переговоры с ведущими корейскими клиниками, и 50 специалистов со всей республики отправились на обучение в Корею. Стагнация. Она губительна для представителей любой сферы, но для медиков особенно. На протяжении всей своей профессиональной жизни врач должен учиться и повышать квалификацию. Быть исследователем, заниматься наукой, анализом и обязательно совершенствовать практические навыки. Только в этом случае получится квинтэссенция хорошего специалиста. В контексте роста онкологических заболеваний во всем мире, а также появления новых высокотехнологичных методов их диагностики и лечения, трудно переоценить важность комплексного подхода к подготовке кадров, включающего стажировку в ведущих зарубежных медучреждениях. Глава государства указал, что подготовку кадров проводили в первую очередь в таких развитых странах, как Корея. И поэтому в этом году, вот летом, мы провели конкурс, по всей республике объявились. На этот год мы отобрали 77 специалистов по радиологии, медицинской физике, химике, рентгенологи, химиотерапевты, хирурги и других специальностей. И вот провожаем первую группу в Южную Корею на повышение квалификации от 1 до 3 месяцев. Государство полностью покрывает расходы на перелет, проживание, оплату обучения. Огромное спасибо главе государства, что заботится о развитии медицины, в первую очередь онкологические службы. В первой группе в составе 11 отечественных специалистов. В корейских клиниках, входящих в топ-100 мира, предстоит освоить новые методы диагностики и лечения онкозаболеваний, повысить свои знания и навыки в вопросах иммуногистохимических исследований, интервенционной радиологии, паллиативной помощи, малоинвазивных высокотехнологичных хирургических вмешательств, анестезиологического и реанимационного сопровождения. Что поможет в дальнейшем нашим больным? Увеличит общую выживаемость, безрецидивную выживаемость, а также качество жизни наших больных. Это, конечно, цель основная нашей поездки. В нашей команде здесь не только терапевтический профиль, то есть не только химиотерапевты, также маммологи, онкогинекологи, онкохирурги, а также патоморфологи. В дальнейшем, надеюсь, мы будем в одном центре внедрять и продвигать нашу медицину вперед.